И всем привет, вы на канале Лавандовая Карри, и мы будем играть в игру. Здесь нужно написать свою страну, точнее выбрать свою страну. Ну, я живу в России, поэтому выбираю Россию. Так, нам тут показывают какую-то девочку, фигуристку. Да, здесь нужно танцевать. Какая-то тренерша наша предлагает нам у нее позаниматься. Ну, мы, конечно же, соглашаемся. Так, и первое, что нам нужно сделать, это одеться. Так, идем одеваться. Ну что ж, одеваемся. Погнали. Вау, сколько здесь кофточек разных. Они все такие красивые. Я даже не знаю, какую выбрать. Все красивое. О, какие майки еще есть вообще. Но мне нравится вот эта вот. И выбираем ее. Какую-нибудь юбочку выбираем. Так, под наш образ. Не, черная не подходит. Выбираем тогда желтую. Не, тоже не подходит. О, а вот это уже лучше. Интересно, какие еще есть. Вот такие. Ну нет, вот это вот подходит нам вообще идеально. Выбираем колготки. Зеленые, конечно же. Вау, какая я уже красивая. Точнее, эта девочка красивая. Так, вообще идеально. Зеленые коньки. Класс. Так, выбираем вот такие вот сережки. И такое вот... Хотя давайте вот такое ожерелье. Вот так вот. И такие сережки, наверное, да. Мне они больше чуть-чуть нравятся. Так, идем. Куда же мы идем? На выступление? Серьезно? Так быстро? Ладно, отправляемся туда. Погнали выступать и отрабатывать наши элементы. Так, одиночное выступление. И выбираем танцы. О, прикольно. Посмотрите, как эта девочка классно катается. У нее уже так красиво получается. Класс. А я не очень умею задом кататься, на самом деле. Мне нравится вот этот элемент. Что это? О, красиво вообще. Она подпрыгнула. Я вот так вот не умею кататься, если честно. Вообще не умею. В общем, делаем третий элемент. Вообще просто классно. Мне очень нравится, как это она катается. Это же просто профессионалистка какая-то. Так, четвертый элемент будет вот такой вот. О, как закрутились вообще. Ну, давайте вот этот уберем элемент. Как-то мне он не нравится. Давайте лучше поставим вот такой вот. Вот, вы видите, как она вообще катается. Реально, профессионалистка. Ну и вместо этого тоже другой поставим. Например, вот такой. А, хотя нет, давайте все вот такой вот. Вот, теперь все готово, и мы можем уже отправляться на каток. Погнали. Я надеюсь, мы получим второе или первое место, но никак не третье. Погнали, и мы уже выезжаем. Так, погнали. Посмотрите, какая я вообще роскошная. Так, конечно же, мы делаем вот эти разные украшения в выступлении. Просто посмотрите, как это классно выглядит. Сразу, как будто бы я просто магическая фигуристка. Вот, и это очень красиво выглядит на самом деле. Вот. Едем, едем. Баунс. Так. О, вот это мой любимый, просто роскошный элемент. Но еще мне нравится, как она закручивается. Это же вообще, вроде бы это... Да, вот сейчас, посмотрите. Это так профессионально и естественно выглядит реально. Ох, и прокат вот этот вот. В общем, это просто классное выступление. Так, мы сейчас будем
делать новое выступление. Так, нет, я не хочу ни за кого голосовать, нет. Нам это не интересно. Так, сейчас итоговый счет этого раунда. Стиль 80, катание 65 и подготовка 30. И на каком же мы месте? Так. И на втором мы месте. Вау, но это все равно круто. Нам дали букет и медальку. Ну, лучше бы было бы, конечно, на первом месте быть. Так, мы обогнались на 89 место. Так, мы успешно все выполнили. Мы большие молодцы. Так, Россия выгналась на 8 место. Классно. Ладненько, давайте приступать. Кто-то звонит. Сережа какой-то приглашает, чтобы мы с ним выступали. Хорошо. Мы, конечно же, с ним выступим. Так, тренер что-то говорит, я не хочу читать. Погнали. Отправляемся на макияж. Ладненько, я хочу вот эти вот фиолетовые тени. Так, идеально выглядит, скажите, вообще класс. Это только начало. Делаем реснички. Ну, наверное, они будут вот такие вот, средненькие. Идеально. Так, теперь мы делаем блеск для губ. Я не хочу помаду, блеск для губ хочу. Ой, нет, что-то не такой. И не такой. Так, какой же я хочу? О, идеальный, вот именно такой хочу. И, конечно, мы сделаем румяне, я сказала. Так, давайте вот такие вот будут у нас тени. Так, делаем ногти. Так. Сейчас сделаем колечки и браслетики. Ну, давайте колечки вот такие вот. Браслетик. А, еще вот такой есть. Давайте вот такой вот с кружочками. И давайте еще одно колечко. Вот такое вот, фиолетовенькое. И нам уже пора выступать. Но нет, мы еще не до конца подготовились. Так. Дальше нам нужно на тренировку. Погнали. Так, нам нужно нажимать на кнопки во время того, как она делает элементы. Погнали. Опа, 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 хоп. Ой, два уже. Так, хопа, хопа, хопа. Да, я буду издавать такие звуки вечно. Хопа. И идеально. Следующий элемент. Стойка. Хопа, хопа. И хопа, 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 ой, вообще, это сложно на самом деле так нажимать. Прям надо все успевать, максимально так делать. Ой, как она красиво крутится. Я иногда на нее засматриваюсь, иногда пропускаю эти штуки. Но стараюсь не пропускать. И ура, наконец-то. Можно выдохнуть. У тебя достаточно звезд. Так, парная. О, надо уже звонить Сереже. А, подождите, мы забыли же сделать одежду, точно. Мы же не можем выступать в одной одежде. Совсем про это забыли. Так, погнали. Вот, идеальное платье. Я хочу сразу подобрать все. Так, вот такие вот конечки. Сейчас будут украшения, аксессуары. Так, давайте такие вот серьги и с ромашками будут. Идеально. Так, сейчас мы уже идем на прокат. Сейчас посмотрим, какое место мы заработаем. Так, парное. Звоним Сереже и приглашаем его на каток, чтобы он уже собирался. Так, украшаем. Не, мне больше вот так нравится. Идем, так,
дальше. Вот такие вот. И такой лед делаем. Погнали. Делаем элементы. Наверное, первый будет элемент вот такой вот. О, он ее прям вот держит так за руку. Страшно это выглядит немножко. Что она типа свалится вообще. Ну, чуть погромче. Так. И они синхронно вообще все делают. Это вообще идеально. Видите, они закручиваются как вместе. У них все получается одинаково. Конечно, будет следующая часть про эту игру. Я хочу уже, чтобы мы максимально подготовились. У нас было первое место запарное. Ну, возможно, и сейчас оно будет. Я вообще хочу сделать вторую часть, чтобы она как бы была там. Мы подготовим мужчину, оденем этого. И ну, сделаем так, чтобы они были одинаковой одеждой. А мы уже идем на лед. Чтобы, то есть, они подходили друг к другу под... катание, чтобы были в одинаковых тонах одеты. В общем, мы поехали. Я пока буду с вами разговаривать на тему их выступления. Конечно, я делаю эти разные штучки. Это нужно для того, чтобы нас оценили по полной программе. Иначе мы будем выглядеть как нубы. И вообще, как вы думаете, хорошо ли у меня получается играть в эту игру? Напишите в комментариях. Мы едем. О, вообще, посмотрите, как он ее держит вообще на руках. Класс. Мы точно победим. Так, я пока буду нажимать. Едем, едем, едем. Я вообще не хочу получить третье место, потому что, ну, как бы, да. Это будет грустно, если мы получим третье место. Это реально будет жалко. Так, выступление наше закончилось. Узнаем сейчас итоги. Погнали сейчас. О, нам кидают розы. И мы запечатлели это видео. Нас запечатлели, нас снимали. Так, сейчас будет итоги раунда. Кто же победил? Так, наверное, у нас будет второе место. Второе. Нет, у нас, к сожалению, третье место. Да, этот звук уже не популярен, но все равно, реально, вот именно сейчас, блин, ну, жалко, конечно, что мы не на первом месте. Ну, ребята, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем вам пока!